Почему солдаты смотрят в пустоту? Называется это странное явление «взгляд на 1000 ярдов». Солдаты испытывают на себе подобное состояние, возникающих в ходе военных действий, стрессовых и критических ситуаций. Лица солдат, по их рассказам, просто онемевают. Они не могут даже улыбнуться или сказать что-нибудь. Состояние это неконтролируемое. Длится оно несколько часов, а бывало, что солдаты вовсе не выходили из него и сходили с ума.